Наркомания – это опасное заболевание, которое унесло уже множество жизней, в том числе совсем еще молодых людей. Попробуешь наркотики лишь раз – пути обратно не будет. В Щелковской школе номер 16 отряд юных друзей полиции «Щит и меч» в рамках муниципальной программы «Активность, творчество, успех» рассказали ученикам 7 класса о вреде и опасности наркотических средств. Также ребятам показали тематический фильм, где объяснили, почему никому и никогда не стоит ступать на скользкую дорожку. Мы – молодежь 21 века. В наших руках судьба человека. Против наркотиков я. Против наркотиков ты. Против наркотиков мы. Чтобы мы были все здоровы, наша страна, наш мир были за здоровый образ жизни. И чтобы меньше стало наркоманов или тех, кто употребляет это все. Когда человек начинает принимать наркотики, то все, он уже обречен на смерть. Обратной дороги уже не будет. Даже твои друзья могут тебя подбить на плохую линию. Подобные профилактические мероприятия проводятся в школах по всему городскому округу Щелково регулярно. Учащимся рассказывают о том, как обезопасить себя от страшной зависимости и не стать жертвой наркотиков, испортив себе тем самым жизнь навсегда. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.